Мы уже много сегодня говорили о том, что вся наша работа — это работа в Келим. И эти Келим мы постигаем в работе с людьми, широкими массами людей. Свет — это различие между Келим. Буквы — это сами Келим. Все наши выяснения — это черное по белому, тоже Келим. И поэтому, если мы хотим получить Келим для продвижения, у нас нет другого варианта, кроме как выйти и заботиться о внешних Келим.